Это «Лайф», мы в прямом эфире, мы продолжаем. Россия готова возобновить гуманитарные паузы в сирийском Алеппо. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. По словам генерала, для этого Москва требует гарантии от международных организаций, что из удерживаемых боевиками районов будет эвакуировано мирное население. Гуманитарная пауза, которую Россия установила в одностороннем порядке, действовала с 20 по 23 октября. В это время сложившие оружие боевики могли покинуть восточную часть города, которую удерживает ИГИЛ. Однако террористы отказались покидать захваченные кварталы. Кроме того, боевики не выпускают оттуда мирное население, которое используют как живой щит.